Экстремальный заезд во двор. Проверяют подвески на прочность на местном проезде с улицы КамАЗ-Мастер мимо дома 1710 и владельцы дорогих иномарок и поклонники отечественного автопрома. И результаты плачевные у всех. Ведь такую яму в несколько сантиметров глубиной без потерь для железного коня преодолеет не каждый водитель. А проходимость машин на участке большая. На место выехала и наша съемочная группа. Заезд с улицы КамАЗ-Мастер напоминает трассы, которые преодолевают гонщики именитой команды. Только вот для таких дорог требуются спортивные грузовики, а не авто рядовых граждан. По их словам, проблеме уже не первый год. Не нравится эта яма нам. Очень нехорошая. Надо дороги делать. Она, по-моему, всегда тут была? Ну, это ужасно. Это надо делать обязательно. Как сообщили местные жители, периодически на яме появляются заплатки от дорожников. Однако они быстро стираются, ведь этот заезд очень популярен. За время работы нашей съемочной группы не было и двух минут, чтобы тут не проехала машина. Часто езжу, яма отличная, подвеску убивает на все пять. Спасибо нашей мэрии. Мы выяснили, кому на самом деле адресована такая благодарность с сарказмом за неоднократный ремонт авто. Дом 1710, рядом с которым пролегает этот местный проезд во двор, относится к управляющей компании «Ремжилстрой». Однако ответ за эту дорогу они не несут. Все это относится к исполнительному комитету. Как нам сообщили в исполкоме, благодаря обращению нашей редакции, сегодня проблемный местный проезд уже отремонтирован рабочими предприятия автодорог. Виктория Евсеева, Роман Гейтман, Челны-24.